Обнаружка восьмиситель Потата P22-219-7 для ванны с длинным изливом упакован в яркую картонную коробку из трехслойного картона. Смеситель выполнен в белом цвете. Ручки управления и отдельные элементы окрашены под золото. В устройстве применен картридж P50-1 диаметром 35 мм. Дивертор в корпусе смесителя выполнен на кранбуксе P51-3 с углом поворота 90 градусов. Отражатели конической формы в золоте, два эксцентрика и прокладки на 3/4 дюйма. Поворотный излив P35F-4 белого цвета длиной 35 см с гайкой на 3/4 и аэратором под золото. Лейка P07-4 диаметром 80 мм также окрашена под золото. Шланг P54-15G имеет длину 1,5 метра, гайки на полдюйма и цвет под золото. Смесители 219 серии есть также в традиционном хроме, бронзе и черный с золотом. Вес корпуса смесителя 1170 грамм.